Так, пошли работы покупки основного котлована. Вот это наша песочница. Отсюда ребята землю выгребли, вывезли лишнюю за предел пока участка, где будет огород. Вот. И сейчас началась у нас копка котлована. Под основной фундамент. Так. Да, работает экскаватор и сразу телега, потому что вчера мы копали, ложили землю вот туда, и видно, да, какое осталось после этого всего поле боя. Вот. А здесь у нас вот такая вот получается. Хоп. Покажи, как устал. Красавец. Продолжаются работы. Уже почти выкопали наш периметр по фундаменту. И мы вот эту ямку оканавили, так сказать. Обтесали ровно. Более-менее уровень выложили по земле. И сейчас начинаем застилать геотекстиль. Брали кусок, отрезок 250, как бы толщина, не знаю, в чем там, в микронах или в чем он идет. Вот. И сейчас застелим геотекстилем. Завтра завалимся. Так, в общем, поработали у нас. Получился вот такой вот котлован. Септик. Да, вырыли вот эту яму, закончили под песочницу. Хочу. И вырыли под септик. Установили станину. Завтра будем его сюда инсталить, пробовать. Вот. То есть придется под углом нам делать. Вот, землю скидали туда. Пока. И, в принципе, такой вот этап. Так, сегодня очередной день работ. Здесь мы ничего не делали по земле. Туда мы докупили часть геотекстиля. О, какой мега рассвет получается. Мега, да, вот так лучше. Часть геотекстиля недостающая. Закопал я септик. Почти закопал. Сейчас наполняем водой. В общем, лопатами выбрал в уровень. Посередине вот, ну, на земле вырыл ямку, поставил лазер 360 градусов. И уровень, первый слой, проконтролировал по лазеру с минимальным уклоном в сторону слива. Выставил по уровню, потом уже. И мелкую глинопесок подсовывал и затаптывал ногами. Уминал со всех сторон. Вот сейчас надо немножко его подзалить, подзаполнить, чтобы хотя бы какой-то вес у него был. Он был достаточно легкий, да, вдвоем, в принципе, справится такой септик легко, два человека. Даже можно одному при желании, если положить доски, как рельсы, и спустить его одному, нефиг делать тоже. Вот септик у нас, септобак для высоких грунтовых вод. Ну вот, как видите, у нас яма почти 1,60 м, а грунтовых вод тут нету пока. Ну, может, лето сухое. Ну, что делать? Может быть, не хуже. Вот. И, собственно говоря, потом выведем. У нас канализация пойдет примерно, основная труба вот так вот. И ее срастим сюда. Вот. А поле арации будет у нас вот в это вот место сделано. И там будет канава по дороге. Туда отведется вся вода, вот дренаж с фундамента и все, что будет, в общем, вот. На таком вот у нас сейчас этапе стоимость в
всего вместе, по-моему, сколько мы посчитали? 58. Нет, септобак 58, а сейчас на данный момент на стройку 635 тысяч. У нас есть геотекстиль на фундамент, есть блоки, что еще, арматура, блоки, клей, да, полностью стены. И примерно стоимость песка будет в районе, наверное, 20 тысяч, да, тоже. Больше. Даже больше, даже 1030-50. Плюс бетона будет 1000, наверное, на 100 с опалубкой. Бетона вот, будет то есть на 100, на 150-200. Фундамент получится где-то, да, еще утеплители ППС. То есть в районе 300, наверное, да, если так. С запасом, то в районе 300 тысяч фундамент, если делать самому. А вообще за работу попросили 900, если делать чужими руками. Вот. Ну, 600 рублей, 600 тысяч просят за работу, за заливку фундамента. Вот. Впрочем-то, есть на чем экономить. Вот, так вот. В принципе, пока, может быть, уложимся в миллион. Вот. Ну все, хорошо. Всем пока. Скажи, Миша, всем пока. Пока. Пока.